Мои дорогие, мои любимые, привет! Доброе утро! Доброе, прекрасное утро! Сегодня первый день зимы. 1 декабря. 1 декабря. Надо просыпаться. Надо просыпаться, надо улыбаться, начинать свой день с улыбки, с хорошего настроения. У нас время 11 часов. Я выспалась. Очень хорошо. Очень хорошо. Я домой пришла. Где-то, наверное, без 28. Я не ночью. Я ночью не дома ночевала. Вот так вот. Не дома ночевала. Вот. Пришла домой и пухнулась спать. Бухнулась спать. Так светло в спальне. Ну вот вообще никуда не годится. Так это еще на балконе шторы. И мои шторы закрыты. Так светло в спальне. Пора отсюда выгребать. Выгребать. Пора отсюда. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Конечно же, я голиком сплю. Это кофточка вчера, в которой у меня был прямой эфир. Здесь посмотрите, что происходит. И Вероника ко мне забежала. Отдала, они же сегодня уезжают. Отдала мне сумку, с которой я находила на базар. Она новая, она всего и 2 месяца пользовалась. Посмотрите, какая шикарная. Посмотрите, какая шикарная. Такая вот сумка. Потому что моя уже порвалась. Потом. Ну, тут как обычно. Здесь как обычно. Кофе, яблоки. Немножко грязной посуды. Немножко чистой посуды. Это, короче, тут все, ну, такое себе, да? Оставила мне, покупала ножеточку. Как она? Зажигалка для плиты. Ситечка, она говорит, Инна, я покупала, но неужели это я выброшу? Она говорит, Инна, мы не доели пекмес. Я говорю, Вероничка, у меня есть, ну, давай. Это паста балык-финдык, типа медовая и ореховая паста. Дижонская горчица. У меня как раз холодец есть. Белый красный перец. Карабибер. Бияс карабибер. Специи. Соевый соус. Целая упаковка. Вот такой соевый соус. Потом она покупала... что-то потек маленечко. Потом она покупала 2 доски. Она говорит, Инна, ну куда их? Что, я в доме их, что ли, отправлю? Оставлю. Ну, неужели, говорит, я их оставлю, выброшу? Я, говорит, все тебе принесла. Мне все надо. Дижонская горчица нужна, соевый соус для мариновки не помешает крылышек. Пекмес пускай будет. Ну, это-то уж я съем, точно разберусь. А она же кореянка, девчушка-то у меня. Вот, соевый соус. У нее вся такая кухня. Кстати, я вчера попробовала зефир. Потрясающе, потрясающе вкусный зефир. Закрыла его, потому что пленку смотала, чтобы не подсох. Сейчас буду варить кофе с зефиром. Так, какая погода у нас? А ну, а ну, а ну. Сегодня у нас пятница. А ну, а ну, а ну. Мне кажется, очень даже приличная погода. А ну, нужно одеться и варить кофе. И варить кофе, и варить кофе. Я так выспалась. Такая вся изнеженная. Такая вся, такая вообще. Нужно варить кофе. Я выспалась. Слава Богу, слава Богу. Так, пошла я одеваться и кофе варить. Вот я вчера поправила цветы, так сегодня очень хорошо стоят. Мне так нравится, да, как царство этой снежной королевы. Все такое беленькое, все такое чистенькое. Очень мне нравится, очень. Кстати, пол теплый.
Пол нормальный, но у меня закрыт балкон. У меня закрыт балкон, но я его сейчас открою. Нужен свежий воздух. Тем более я пить кофе буду на балконе. Тем более у нас прекрасная погода. Так, тут у меня чё? Тут у меня чё? Тут у меня чё? Чё-ч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 ё. Хочу сумку помыть и пользоваться ей. Здесь у меня чё? Ну, здесь я не могу зайти, потому что я галёхонькая. Хотя, могу. Так. Поправила все, поправила. Так, нужно убрать кофточку. Посмотрите, как тут у меня все ладненько, да? Тут что-то. Мне очень нравится. Так, мне очень нравится. Так, что мне нравится? Мне нужно штатив достать. Штатив. Мне нужно телефон положить. Сейчас нужно заправить кровать. Потому что у меня настроение прекрасно просто. У меня, кстати, камера обновилась. Камера. Не знаю, сколько градусов, но квартиру все равно проветривать нужно. Не жарко. Блин. И нет, чтобы, да? Ой. Нет, чтобы достать пробку. Вот так вот. Поставить ее. Нет, я буду ногой пытаться это все сделать. Пухленькая одеялка. О, пыли, да сколько взлетает в таких моментах. Так. Подушечки я уже облагородила. Убрала все волоски, потому что пухнулась спать с распущенными волосами. Спасибо, хорошо. Посмотрела хорошо. Вообще. Сейчас кофе поставлю. Так. Кофе поставлю. Турка не мытая. Я вчера вечером пила кофе, потому что я же понимала, что я иду в гости, что мне не нужно спать. Ла-л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 а. Интересно, я доприбираюсь до конца, когда перед моим уездом или нет? Интересно, доприбираюсь я или нет? Надеюсь. Так, где пробочка? Ой. Как вы думаете, пора подстричься или нет? Или не пора? Длина хорошо? Сейчас посмотрим, сколько градусов. Сколько градусов у нас? Сейчас мы посмотрим. Так, запретите уведомления. Мне не нужны никакие уведомления. Что за бред, блядь? Сейчас. Плюс
20, ощущается как 20, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается, да, ясно подтвердила. Средиземное море плюс 22, высота волны 0,4, период волн 6 секунд, ветер юго-западный 0,5 метров в секунду, слабый, порывы ветра до 3 метров в секунду, 20 градусов тепла, 20 градусов тепла. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Может быть, сделать яйцо взбить? Да, вот с этим. Да, взобью пару яиц и... Потому что у меня бессонная ночь была. Себя нужно поберечь. Ну как бессонная? Нет, сонная. Сонная, как бы, мы спали, хорошо спали, счастливо. Угу. Так, масличка, колбаска и хлебушек. Масличка, колбаска, хлебушек. Сейчас я сделаю. На этой сковородке. Это наконец-то может быть помыть. Серьезно, это, блядь, я ни хера не делаю. Мне некогда, вы понимаете? Мне некогда. Я немножко поделаю что-то, и тут же это дело. Я просто отвлекаюсь. Мне позвонит телефон, мне там то, мне все, 5-10, и я отвлекаюсь. Надо календарь поменять. Сегодня же 1 декабря. Так, подожди. Я хочу вам лет. У меня, посмотрите, какой прекрасный лук. Ну, вот маленькую луковку положу. Посмотрите, какой крупный. Какой просто обалденный лук. Малышка. 3 яйца сделаю. Кого это там, блядь? Кого-то, да? Такие маленькие яйца, незначительные. Поесть, так поесть. Ну что? Ну кого сейчас удивишь, блядь? Голодным желудком. Только свой голодный желудок. Нафиг это надо. Люди выйти в залы ходят, что-то там, блядь, что-то строят из себя, качаются или что там они делаете? Хуйней, блядь, какой-то занимаетесь. Просто хуйней. Ничего, если вы от природы не худая, то вам придется с весом бороться всю жизнь. Всю, ёб твою мать, жизнь. А нахуя вам это надо? Ну против природы не попрешь. Если ты жирненькая, то ешь. Радуйся жизни. Каждому тортику. Как я хорошо сказала. Каждому тортику. Радуйся каждому пирожку. Тортику. Ничего уже тебя не спасет, если ты жирненькая. Ничего не спасет. Лук, вот попробуйте добавлять в омлет лук. Это потрясающе. Это просто заебомба. Вот вы один раз сделаете, он такой пуховенький. И кабачок тоже. Кабачок тоже заебомба. Он такой вообще. Вкус меняется. Уплотнение тут вот на луковке у основания. Сегодня пятница, я на базар не пойду. Я, может быть, схожу, куплю чего-нибудь. Виноградика, может быть. Может, виноградика, да.
Угу, да, вот так вот я решила. Виноградика возьму. Посуду я наконец-то надеюсь, что сегодня домою, ёб твою мать. Блять. Почему вот так все? А там конфорка стояла неправильно. А, ну, в плане не то, чтобы неправильно, она стояла неровно. Вот как она стояла. Так, оливковое маслечко. Сейчас растопится все. Колбаска. А слушайте, да, вот эта вот колбаска уже порезана. Очень удобно. Вот эту не буду резать. Ну на кой черт она нужна? Колбасу что буду класть? Беру. Зато достану сырок моей свекрови. Я, кстати, не умытая. Я пришла домой, даже в душ не сходила. Ну, потому что мы вдвоем сходили в душ. У него он, благо, огромный. Там есть где развернуться. Прям большая душевая. Ну, что, старый турецкий дом. Да, конечно, там огромная душевая. Огромная просто. Гляньте, как хорошо. Сейчас все поджарится. Кофеек у меня скоро уже будет готов. Двадцать градусов. Оливочки хочу. Оливочки? Да, наверное, хочу. Что мне не хотеть-то? Надо календарь поменять. Календарь. Серьезно, я не могу понять, как это можно есть и восхищаться. Ну, конечно, это нужно быть. Привычная с детства такого. Знаете? Ну неплохо. У вкуса очень. У сыра очень приятно послевкусие. Очень такой прям обволакивающий ротовую полость. Просто охуительно. Это жарится. Это парится. Начинаем новый день, новый месяц, последний в этом году. До Нового года осталось 31 день. Этот день мы считаем сегодняшний, потому что он только начался. Начался счастливо. Слава Богу, у нас есть еда, слава Богу, у нас есть одежда, дом. Слава Богу за все. Слава Богу. Очень даже неплохо. Очень даже.
Кайф просто. Сигареточку, конфеточку. Их. Обещаю, что сегодня я посуду домою. Обещаю. Вы гляньте, как она прям дышит. Она прям так колышется. Колышется прямо. Колышется. Вкусненькая. Вкусненькая. Сейчас кофе будет. Кофе, омлет, у меня все одновременно приготовилось. Ну, кайф. Кайф. Просто кайфушки. Ну, а как, да? Посмотрите, какая она роскошная. Она слишком роскошная, слишком. А вот телефон обновился, и вообще интерфейс телефона обновился. И даже камера обновилась. Да, 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 да. Роскошь. Это реально это роскошь. Сигарета. Сигарета, зефиринка. Ставлю на сковороде, а сама понесла кофе на балкон. Ах, понесла кофе на балкон. Стол нужно протереть. Стол нужно протереть в пепле. Чистенький уже. Чистенькие уже. А ну, как там обстоят дела? Кайфово, да? Очень кайфово. 20 градусов тепла. Музыка, машины едут. Машины едут. Так, что я хочу? Телефон, хлеб, зефир. Телефон, хлеб, зефир. И омлет. Тоненькая такая достаточно. Ох. Вилочка. Красота. Красотинушка. Согласитесь. Ох, какая. Сейчас вместе снимем пробу. Пока выставишь там камеру, то все, 5-10. Положила эти прутики свои в тарелку.
Волосина, блядь. Ой, на пол не буду бросать, положу в кармашек. Ох, гляньте, какой омлетик. Гляньте. Ой, просто роскошный. Просто роскошный. Ну, где вы такой омлет попробуйте? Ну, где? Только по моему фирменному рецепту. Исключительно. Исключительно. Лук. Всегда кладите его. Всегда. Он такой пухленький получается. Всегда кладите лук. Серьезно. Не помешает. Это и для объема, и для вкуса. У меня второй оргазм за утро. Боже. Боже. У меня второй оргазм за утро. Честное слово. Вероничка сегодня в 12 квартиру сдаю утром. Уже. Это вот так вот. Это заебомба просто. Три яйца, одна маленькая луковица и, ну, и какая-нибудь колбаска. Подожди. Одной рукой. Не просто так тут это дело все это облагородить, чтобы в рот залезло. Это пиздец вкусно. Это пиздец как вкусно. Вы гляньте. Ну как такое может быть невкусно? Ну как такое? Вот. Такой вот, да? Бутербродик такой. Оп. Оп. Вот такой вот. Оп. Такая пицца. Это невероятно. Машина тут тормозила. А, не машина, школьное такси. Тормоза. Тойоту скрипели. Боже. Потрясающе вкусно. Вы знаете, да, о том, что у меня завтрак, он всегда в обед практически. Сейчас тоже время уже к обеду близится. Ну что я буду? Вот я не обедаю. Ну, то есть, если у меня был бы суп наваренный, я бы, конечно, бы поела с удовольствием. В Россию приеду. Салаты буду есть. Под шубой. И зимний салат. Прям вот так вот. Мой организм шибко истосковался по салатикам по таким. Очень. И зимний можно здесь сделать. На курочку чё? Как-то делал же. В том году, наверное. Или в позатон. А вот селедку под шубой.
ее тоже можно сделать. Но. Ну это пиздец. Два оргазма за утро. О, господи. Я очень нескромно живу. Салфеточка, которой накрывали зефир. Я же не принесла салфетки. Как вкусно, господи. Как вкусно. О, Аллах, благодарю тебя. Альхамдулиллах. Я напоролся, уже зефир не хочу. Я уже зефир не хочу. Я прям напоролась, прям вот так вот. Зефирчик, чекочек. А сейчас я с вами хочу попрощаться. Доброго вам дня. Пока. 1 декабря и 20 градусов тепла. Шутка ли? Шутка ли? Так, мама, что? По телефону пизжу. Так, это Артём написал? Присылай варианты, Виталик. Мама. Угу. Да, мама, я знала, что груз уже в Москве. Ну, я же примерно знаю сроки доставки. Я же в ЗЭКе-то все-таки работала. Все, обнимаю, целую, доброго дня. Переживает, как бы я там ни оказалась. Холодная, голодная. О, мама такая, как у тебя дела, Инночка? Я говорю, хорошо. Очень даже. Ай, что я? Лишние калории. Грустно, но вкусно. Какой вообще, блядь, третий оргазм за утро. На там еще чуть-чуть кофейку осталось. Три оргазма за утро. Я даже не заметила, как съела эту штучку. Но я думаю, они что-нибудь такие легонькие, мне кажется, они не калорийные, да? Мне кажется, они не калорийные. Сколько тут? Калорийность. Пищевая ценность на 100 грамм продукта. 360 килокалорий. 360 килокалорий, 100 грамм, а одна штучка сколько весит? Сейчас посчитаю. Здесь они были в два ряда. 6 на 6. Вот сейчас осталось 6, первый рядок. 6 уже ушло. 6 на 6, итого 12. Здесь полкило. Полкило 500 граммов разделить на 12 штучек. Ну, 1,50 грамм весит. Даже меньше. 38 грамм где-то. Ну-ка, сейчас посчитаем. Сейчас мы. Я же калькулятор удалила. Сейчас мне нужно всегда калькулятор онлайн. Так, калькулятор онлайн. Так, 500 разделить на 12. Я сказала 38. 41. 41,6. Ну, подумаешь, блядь, на 3 грамма окралась. Главное, что в жизни выиграла.
пойду еще кофейку себе плесну. Буду заниматься делами. Пока.